Трамки на вокзалах установлены 14 февраля. Называются они правильно стационарные металлодетекторы. Предназначены они для, соответственно, обнаружения металлических предметов, которые находятся у граждан, соответственно, предметов взрывчатого характера и предметов, которые впоследствии могли бы стать угрозой для пассажиров. Значит, действие этой рамки происходит на срабатывание проносимого через ее тело различного рода металлических предметов. На табло отображается, соответственно, это красным полем. В связи с этим сотрудники охраны и сотрудники ЛВД на станции Тверь производят досмотр вещей, лиц, соответственно, на которых сработала данный металлодетектор. Они должны быть, только они должны контролироваться. А если они только стоят, как вот я замечал, я из Москвы еду, они там только стоят, сигнал идет, нулевая реакция. Контролироваться они должны, безусловно, это, конечно, не необходимо. Я считаю, нужно. Почему? Как сказать? Не знаю. Для чего нужны такие рамки? Для безопасности, чтобы людям было спокойнее. Не знаю даже. Вас сейчас досмотрели. Вам это неудобство доставило? Да нет. Нормально все.